Будь героем своего фильма. Будто твоя жизнь — это фильм, и он начался сейчас. Забудь про все финансовые проблемы, личные провалы и проблемы в отношениях. Что бы герой фильма про твою жизнь делал бы сейчас? Делай то же самое. Делай это. Мы часто рефлексируем по поводу своих прошлых неудач и ошибок, оглядываясь назад, думая, что это ты. Но это не так. Ты — это тот, кто сейчас. Тот, кто учится на этих ошибках. И у тебя есть шанс стать героем своего фильма прямо сейчас. Запиши свои цели. Запиши, чтобы ты улучшил то, что ты не потерпишь от себя. Запиши те вещи, сделанные в прошлом, которые ты больше никогда не хочешь делать. И двигайся дальше. С этого дня. Как герой своего фильма, наращивай обороты, строй свою уверенность по кирпичику из правильно выбранных решений. Ты сможешь, каждый сможет. Мы живем в уникальный период времени человеческой истории, где ты сам вправе выбирать, что входит в твою жизнь. Например, какие фильмы смотреть, какие книги читать или какие подкасты слушать. Ты сам выбираешь, чем вдохновляться. Действуй, действуй и будь героем своего фильма.